Всем привет! Сегодня решил сделать обзор на микрофон петличку или по-другому петличный микрофон. Микрофон марки Yanmai, модель R933. Я его купил для использования в личных целях. Он может работать с разными устройствами, смартфонами, планшетами, компьютерами и другими устройствами. Вот решил записать обзор на него. Я уже его распаковал. Знаю, надо было при вас. Ну, так получилось. Вот. Сейчас буду показывать, что у него здесь все есть в комплекте. Вот он вот так, сам вот так вот выглядит. Он в металлическом корпусе. У него металлический крокодильчик, что очень-очень крепкий. Хороший и держит прям как надо. То есть получается, он не слетит при зацепе. Вот. Вот так он выглядит. При распаковке мне что порадовало, это кабель толстый, эластичный. Это однозначно плюс данной петлички. Вот. Записывает он вот отсюда. Со всех сторон записывает. Отсюда, вот отсюда тоже. И вот сверху тоже. Вот. Длина, кстати, этого кабеля 1,8 метра. Вот. Очень хорошая длина, я считаю. Данное видео я записываю со смартфона. Вот. Сейчас вам предоставлю видео, запись, точнее голос, звуковую запись с самой петлички. Сейчас вы послушаете, как звучит она, эта петличка. Ну вот, ребята, я подключил данную петличку. Вот сейчас звук идет с нее. У меня где-то примерно расстояние от рта до петлички сантиметров 15-20. Она висит на майке. Очень удобно, прям крепко и плотно висит. Так, что я еще хотел сказать по поводу комплекта. Вот есть такой вот чехольчик. Очень удобный. Сюда вот кладем петличку. Когда куда-то мы собираемся, и она нам нужна. И затягиваем вот так вот. Кстати, очень хорошо затягивает. Мне прям нравится. И приятный на ощупь. Чехольчик. Как по мне, так это удобно. Что еще здесь есть у нас в комплекте? Также у нас в комплекте идет вот такой вот переходничок. Я так понял, вот сюда вот микрофон подключается, а вот сюда вот наушники. Также вот это можно подключить в смартфон или планшет. Удобно. Ну, правда, он какой-то хлюпковатый, хлюпкий. Вот. Что еще я хотел вам сказать? Технические характеристики вот данного девайса. Чувствительность его 36 дБ, тип подключения проводное. Длина кабеля 1,8, как я и говорил. Конструкция металлическая. Вот. Данного девайса. В принципе, наверное, вот на этом обзор заканчивается. Вот звук такой вот с петлички. Можете сравнивать с первым, с началом видео и вот с этим видео. Всем спасибо за просмотр.